Комитет по защите матерей и детей Государственной Думы в нынешнем своем составе имеет один крупный недостаток. Он считает детьми все население страны. Поэтому под предлогом защиты детей пытаются действительно превратить в детей нас всех. Я полагаю, что и без помощи депутата Мизулиной смогу разобраться, почему кто-нибудь в моем блоге матерится. Сам я, кстати, специфическую лексику не употребляю, ибо человек можно объяснить, кто он, и другими словами. Вот. Но в любом случае, мой блог предназначен для взрослых, и если депутат Мизулина не считает себя взрослым, пусть не заглядывает ко мне. Более того, большая часть других мер, принятых с подачи этого комитета, тоже приравнивает фактически к детям малым и неразумным все население страны. И поневоле задумаешься, неужто члены этого комитета сами не дозрели до взрослого ума и меряют всю страну по своей собственной мерке?